Здравствуйте, на обзоре ноутбук Asus. Внешнее состояние в целом хорошее. Тачпад слегка затерт. Есть еще один минус. Позже я о нем скажу. По характеристикам. 16 оперативки. Видеокарта 1060, извиняюсь. Процессор 7-8 поколения. По клавиатуре. Под клавиатурой есть грязь, надо будет почистить. Так работает. Все кнопки работают. Что касается минуса, о котором я не сказал. Так, то есть вот крышка чистая, комплектация и зарядка полностью целая, рабочая. Из минусов здесь нет болтов, то есть нижнюю крышку держит только два болта. И сама крышка, она отходит из-за этого. А так, в целом, ноутбук в хорошем состоянии. Спасибо за внимание.